выходите. Сейчас опять выиграем. Человек, он играет жестко. Я засмотрелся не туда. Ну, все, игра не пошла, короче. Ага. Я морфой зашел. Наклашматил 8-2. Видал, какая морфа у меня прикольная? В розовой маске. Их надо было музей, а вообще-то все равно ничего не дало. Я стройку выбрал. Да, ну, да это самое, а я что-то не заметил, что я там нажал вообще. Ну ладно. Ну да. Блин, я охраняемый. Везет мне как утопленнику. Ладно, нормально. Нифига! Чувачело, короче, это. Ох ты. Покинь-то какой-то бегает, нерги. Что, гонит? Блин. Ох ты. Значит так, чувак. Пройдем,
Он даже исчезает с карты. Стрельнул, хоп, исчез. Бля, когда одна читерня. Так неинтересно играть, когда читерня. Я гранат это, конечно, все хорошо, но. А что делать? Мы еще выиграли. Ну нормально, слушай. Я 2-5 сыграл. We won the match. Там прям злые читеры такие. И вот этот чмошник первый, который вообще чмо. Наш такой? Нет, вот у них Патинта. Нашего я не могу сказать. Он за нас играл, тут было не видно. Нет, ну мы-то честно играем. Да, и тут непонятно, ну он же за нас играет, там не видно. А вот видно, когда противник против тебя играет. Вот противника видно, если он с читами, а когда свой, там хер разберешь. Если, конечно, у него скорострел какой-нибудь стоит там невменяемый, он стоит, бегает и лупит морфой. Там сразу слышно, конечно, или клещом. По скорости стрельбы. А так, если он... Не явный... То и непонятно. А вот противник сразу ясно, даже если у него нету такого дикого скорострела. Так, слушай, я охраняемый, ты что стоишь? Ты где, Слав? Сейчас нам наваляют. Ну да. О, чмо поймал от меня. По пиздюлятору. Я вышел на гренку. Шел нахер, чмо. Зеленочку кидаешь им? Ну да, что делать? Меня так убивает. С таким пулеметом, блядь, он убивает на раз. Это же чистые щиты. Так, я взял командора. Блядь. Покинь-то этот читер, блядь, тоже. Как он, блядь, почти земля успел бросить. Ага. О, нифига, я охраняю этот. Я командор, у меня с БСВ с одной пули. Все. Молодец, Слав. Гранатами, да, двоих взял. Круто. Вот им хочется выиграть, да, слушай? Ага. Ну, кидай их туда, потихонечку. Вот им хочется выиграть, да, с читами с этими. И не получается. Представляешь, сейчас они визжат там, как свиньи дома. Как же так? Я же с читами. И клавиатуру об голову свою. Херакс.
Обзор, блядь, ничего не успел, наверное. А я тоже ничего не успел. Это ты тут рядом в руле стояли? Мы с тобой вместе? А, вместе, да. Опять как пробовали. Я не приседаю, надо. Ну, в прошлый раз мы так приседали, все, давай долго не будем, а то сейчас придут нас и убьют. Нифига он, слушай, он с щитами, реально, этот фокс. Я взял его. Возьми меня, фотограф. Есть, круто. Опять, слушай, опять он с БСВ с одной пули меня взял. И бег у него видно, что он ненормальный, нездоровый. На тебе чмо, блядь. По ноздрям, блядь. Слушай, он вообще чмо. Он просто бегает, просто тык-тык-тык-тык. Он, короче, жесткие читы врубил. Надоело чуваку проигрывать. Так я в этого как простреляю. На тебе. Да, чмо пробил меня, а? Я пошел один на один с охраняемым. Там вроде никого рядом с ним. Тут стоящий. Нам в подмогу. Где-то в дуэль, блядь, пистолет. Опять стоящий? Нет. На тебе, гандон. Бля, ты смотри какой, а? Все, я разозлился. Видит меня. Офигеть, ему... Я у него здоровье вообще не отнял. Офигеть, да что такое-то? Я почему... Почему я, блин, на месте стою, как идиот? Не получилось сделать. У меня мышка вообще встала, я только лево-вправо ногой мог как-то маневрировать, а мышкой вообще нифига. Бывает. Да, может, читы какие-то, знаешь, что он попадает в тебя, и ты все, это просто прямо бежишь. Вот у этого чувака. Потому что он тоже зашел сейчас, я не знаю, что там у него за уровень. Солдат какой-то. А отжигает он вообще нехило. Че там, куда мы хоть попали, я что-то не посмотрел. А, улица? Там же, наверное. Так, жопой по траве. Вот так вот. И контакт. Поймал? Никто не говорил, что будет легко. Ух ты. Блин, нафиг я спрыгнул. Есть. Где они теперь будут у нас? Поймал? Я у них на баге. Да поймай ты, сука, уровень.
гребаный урон. Его вообще невозможно убить, этого урода, блин, с оком. На тебе. Но этот такой спокойно просто стоит и пиздюлю уловит. Этот успешно поймал. Да что такое? Иди сюда, поймай. Малыш. Что за фигня вообще просто? В стоковом, короче, это... В стоковом наряде. Вадекс, короче, этот читер. Ко мне идет. Я его не могу прострелить, вообще пробить. Кого? Да он вообще стоковый разведчик. С красными этими наушниками. Он вышел на меня, я в него стреляю. Он должен был от моего шептуна, должен был сразу сейчас прям с первых пуль погибнуть. Слушайте, столько читеров вообще в этой игре. Просто капец. Канал. Ай, блин, я улицу нажал. 3-3 было бы. Да. И командную нажал. Че, у меня квас кончился? Кончился. Как просто мной. Я охраняемый. Давай, Виталик, я буду сдаваться. Так я тоже охраняемый. Давай, я бегу на тебя, стреляй меня. Да? Сливаешь? Да. О, тут так много. Не буду. Я думал, один на один. Шел нахер, чему? Убить меня хотел. Опа, круто. Солдата. Двоих мочканул. Какой-то Мисаэль, блядь, убил меня. Да что такое опять, блядь, на место встал? Да что такое-то? Я мышки, что ли, задираю, как-то непонятно. Этот хакер про задолбал. Тут уже зеленки набросали. Возьму я штурмовика. Я кидаю. Да? Вот надо мне вот это вот этим штурмовиком убрать. Вот и у меня лагает. Нормально, я охраняемого на себя вызвал. 2-4, короче, я сыграл. Но мы победили. Вообще тормозить стало конкретно. Ну вот, да. И у меня такая фигня. Наверное, выйти отсюда. Ну давай, выйдем. Давай. У меня даже картинка лагает. Ага.